комментарий по итогам? Ну, мы хорошо начали, я так считаю. Быстрый гол обратно. Это как бы психологически может быть на команду повлияло. Если мы не пропустили, то просто мы до конца года не начинаем. И потом мы перестанем. Во втором тайме, я думаю, что мы лучше смотрели. Если бы мы шли 2-1, мы еще забыли, 2-2 оставили. Другая игра была. Очень значимо. Вот Евгений Башкир сказал, что качество в целом игры довольны. Другое дело, что как бы не получилось, результат был не самый лучший. А с вашей точки зрения, действительно, игра сама в себе крыльев какая сейчас? Ну, знаете, вот новый тренер, другая тактика. Начнем в перцочке. Настроение идет. Я думаю, что мы сейчас более такой футбол играем. Время надо, чтобы лучше было. Все переживали о том, что может быть отвратительная погода, ливни и прочее после большого количества снега. Как-то вы на тему настраивались или какие будут условия, какие будут? Ну, я бы не сказал, что минуса не было, да, сегодня, ну, чуть-чуть ветер, прохладно. Но я думаю, что это погода, во всяком случае, на игру не влияет. Я так считаю. Дальше у вас несколько игр будет, две домашних, если не ошибаюсь, там будут другие условия. Как вообще вратари греются, если команда там не подходит близко к воротам? Я думаю, да, но это все индивидуально, потому что я согреваюсь. Ну да, сейчас у нас дома игра. По-любому нам надо выигрывать. Другого выхода нет просто. Надо выигрывать все оставшие игры. Георгий, можно сказать, что не справились с Дзюбой сегодня? С учетом того, что забил практически 3. Справились. Это футбол, знаете, справились. Это же не борьба, что что-то там делать. Хотя Корнеленко, по-моему, когда фалил, там что-то из борьбы было. Ну, я повтор не видел. Ну, игра, знаете, это контактный спорт, да, я понимаю, но не знаю, пенальти был пенальти? Ну, на мой взгляд, да. Ну, да, так получилось, что сегодня я хочу бы забрать, я не смотрю. Какая вообще атмосфера сейчас в команде? Понятно, что турнир на таблице, наверное, лишний раз смотреть не хочется, да? Ну, да, ну, если посмотреть на турнир на таблицу, там, на последнем месте, что говорится, таблица сама говорится. Но я думаю, что надо настраиваться на следующую игру, забыть эту игру просто и думать о следующей игре, чтобы выиграть. Спасибо вам, удачи. Спасибо. Спасибо.